дайте цели. Вас понял, китайский центр. Конец связи. Браулер 1-9 начинает свое движение. Закройте уши, сейчас нам будет очень страшно. Центр. Это Браулер 1-9. Тяжелый. Миссия закончена. Ждем поздравлений. Проверьте свою взлетную полосу. США позволила нам использовать свои тяжелые бомбардировщики. Используйте их, чтобы выкурить GLA из их укрытия, прежде чем генерал свои войска. GLA окопались в городе, и наша задача заставить их выйти. Уничтожьте все их базы. Приветствую вас, ребята, на канале Rolly Game Online. С вами Рости, мы продолжаем играть в генералов. Это пятая миссия за Китай. Тот, который щедрый. В общем, теперь у нас появились друзья-американцы, которые предоставляют нам любезно использовать свою ковровую бомбардировку, свои большие, массивные, крутые американские самолеты. Ну, немножко он не долетел. Совсем чуть-чуть. Генерал, на севере есть дополнительный источник ресурсов. Мы сейчас будем делать вот так тогда. На севере есть дополнительный источник ресурсов. В общем, теперь пытаются прорваться международная освободительная армия к нам на базу. Мы этом, конечно, не позволим сделать. Так, военного завода у нас нету, как я понимаю. Надо его поставить. Также я очень люблю МИГи. Ну, при игре за Китай, конечно. Еще одну машинку добавим. Ну все, тут базы нету. Знаете, вагончик поехал или поезд. Что я так не увидел, что там поехало, но что-то поехало. Так, значит, у нас есть два танка дракона. И на юго-западе есть важные гражданские строения, которые мы должны захватить. Вот это вот хорошая задумка. Это мне нравится. Потому что Китай щедрый, но для того, чтобы он был еще щедрее, нам не помешает. Центр пропаганды. Подождите, у меня, походу, казарм нету. Давайте тут казармы. Здесь машинку поставь. Вот падла. Думал, успею. Тут машинку. Смотрите, это целый... Блин, ну это было страшно, если честно. Так, сразу изучим. Центр пропаганды. Давайте, блин, так как-то оно все неудобно здесь располагается. Мне это так не нравится. Сейчас поставь не в том месте, блин, танки не смогут выезжать, еще какая-то хрень. Да, понятно. У вас такие советы для дурачков. Готово, да? Вот тут я вижу, постоянно у них производятся машинки, которые на мою базу летают. Сейчас мы с ней разберемся. С этой базой. Где-то вот так, если что, мигами нашими подможем. Вот уже танк напал. Это уже показывает все то, что нам надо ставить бункер. Ну, неплохо. Почти разбили. Сейчас, я думаю, за второй доход можем мигами добить. Сейчас они только снаряды пополнят. Нормальный ход такой. Вы видите, да? То, что вижу я. Блин, ну это серьезно. Осталось 4 цели.
Ничего, вы не отстреляли свои запасы ни хрена. Ну, быстро его спалили хоть. Так давайте китайские пилоты. Это моя пушка просто стреляет через этот. И они немножко расстроились. Ну и зато этого подпалил. Не получится. Ладно. Пока. Тут он у нас занимается этим. Опа. Мина. Блин. Ребят. Грузитесь обратно. Мне просто эти БТРы нужны для того, чтобы... Волочек. Эти БТРы нужны для того, чтобы находить мины, вот эти, которые они закладывают. Ладно, если что, буду потом отдельно выбирать. О. Ну, тоже, да, так встали? Блять, не пройти, не проехать. Ты еще стоишь, смотришь. Ужасно. Это просто ужасно. Все повыбегали. Мина, бабах. А чё так получилось? Потому что. Так, готовы тем временем. Ладно, будем делать вот так. Пробиваться с боем. Ну вот и взрывчатка скрытая. Показала нас до этого уже. Своё действие. Кабум. Ну, Китай щедрый, поэтому я думаю, у нас еще будут кингеры. Не знаю, кого я спалил. А, что-то я пробежал, блин. Угу. И повыезжали. Блин, а я как раз тут бить начал. Ладно. Видите, как хорошо получилось. Сейчас еще добьем этот стингеров этих. Парень, прячься. Держи оборону круговую. Ладно, все, короче, шутки закончились. Давайте уже тоже действительно заканчивать это все. Браваду. Не хрен тянуть, скажем так. Где тут еще база? Вот здесь, ну, блин, сюда, наверное, не долетит. Попробуем. Там стингеров до хрена, походу. Нормально он так насыпал моему этому. Это летит? Да. Блин, база осталась целая. Забить. Блин, случайно. Разбили нам они. Одну нашу пушку. Знаете, ребята, почему так получилось? Потому что я безответственно отнесся к нашей обороне. Генерал, осталось 3 цели. Все, эта цель готова. Можно это все закончить. Мне кажется, попробовать еще быстрее. Можно постоянно практически пользоваться ковровой бомбардировкой. И если что, добивать с помощью самолетов. И все. Ну все, этот бункер мы потеряли. А нет.
Кто там наяривает опять, блин? Не знает откуда. Все, сейчас этот починит. Мы сюда закидываем бойцов. С большой пушкой. Так, самолетики вернулись. Просто они травят град из стрел. Так, батлмейстер. Что тут у тебя есть? Башня пропаганды. А здесь давайте пулеметную пушку. Мне вообще нравится на вот этих танках ставить бункер. В бункер садить солдат. Это тоже очень весело. Самоходную ядерную пушку возьмем. Сразу улучшение. Так, по деньгам. Я только сейчас обратил внимание. Блять, это было опасно. Только сейчас обратил по деньгам, что я по деньгам начал сильно просаживаться. Хотя тут еще есть. Значит, то это значит, ребята, что нам нужны будут хакеры. Так, у нас готово. Ковровка. Посмотрим. О, красота. Это красота. Ну что? Почти, блядь, но я сейчас самолеты, наверное, потеряю. Ну ладно. Так. Мне надо. Тогда потом еще, наверное, один ветер. Генерал, осталось две цели. Две цели и один самолет мы потеряли. Печаленько. Вас двоих нахрен отсюда. Блин, они, кстати, не так раздражают вот этой хрень, вот этими машинками, блин, сдалека вот это. Кстати, еще один миг можно. Так, все, приехали. Приехали теперь драться. Если мы ядерную боеголовку достанем до той базы. Видите, кстати, пехота неплохо отстреливает эти стингеры. Ну, кроме тех, кто мне повезло. Есть. Нет, я хочу просто, чтобы он ехал немножко впереди. Но они так не хотят. Так, где там еще база? А тут что? Но.
Сожги их, что ж ты. Это не родной. Есть такое дело. Ты вот этот расстреляй. А там что-то происходит. Так, что здесь? Нормально. Просто надо начать сжечь и все, и дальше все пойдет как горячие пирожки. И наблюдается. Мне нравится, что он стоит и просто смотрит, как его расстреливают. Так, что здесь? Может ковровую туда лупануть, хотя хватит и мигов. Так, вернемся к теме по поводу заработка денег. Не хватило, что ли? Обалдеть, обидно. Генерал, осталось две цели. Ага, вот оно. Вот, короче, одна цель. Как я понял, да? Где? Блин, я уже потерял. А вот она. Это танк Владыка. Да ничего дальше. О, минка. Не долетел. Не получилось. Ну чего, вы взорвали эту мину или нет? Поехали. Ну, еще одна мина. Все, сюда можно будет наши сейчас войска завести. Там хацкеры строятся. Еще одна мина, с этими тут все так плотно заминировали. По ужас. Не про... Блять. Этот плот не проехать. И не проехал. Давай-давай, выжигай их. А, так у меня этот башня пропаганды дает мне возможности видеть скрыты эти. Можно было, в принципе, БТР с собой не тащить. Но сейчас мне БТР нужен один. Так, теперь будете вот так. Это точно. Нет неприступных систем. Ты что думаешь, ты за зданием спрятался, а? Ну, видите, как хорошо. Миги, в принципе, за один заход их выжигают. Без потерь. Первый поехал, первый сдох. Ой, что-то они там начали все взрываться. Так, у меня готов. Вот это хорошо, с одной стороны, что они отвлекаются на мою технику, начинают стрелять, и в это время миги спокойно себе заходят и просто делают свое дело. Пусть все будет хорошо, потому что Китай щедрый. Класс, мне так нравится, как он вот это быстро они выжигают. Теперь закончим. Так нравится, как они быстро выжигают здания, вот эти танки-драконы. Просто... Генерал, осталось две цели.
не долетел. Не долетел ковровый бомбардировщик. Но он пытался. В общем, американцы бесполезны. Пока Китай сам все не сделает, ни на кого надежды нет. Нет. А нет, выжил нормально. Да ладно. Что у нас там по самолетам? Так, хакеры есть. А, никто и не вернулся. Херово. Но с другой стороны, ребят, херня случается. Видите, о чем я? Один такой небольшой залпик и все. Но те там все штурмуют. Ладно, сейчас мы, короче, за раз, за одну атаку это все закончим. Ну а тут сможешь? Нас это тух. В общем, наша проблема в чем? Что американский тяжелый этот не долетает, потому что его сбивают на подходе. А сбивает его на подходе кто? Правильно, стингеры. А что мы делаем со стингерами, с гнездами? Правильно, уничтожаем. Сейчас мы так и сделаем. Вот я вижу. Блин, жалко. Он был лучший. Из лучших. Есть такое дело. Тут он уже долетит. Надо теперь сюда немножко вот этого типа разбить. Так, захватили орлы. Давайте это теперь. Куда вы все бежите и откуда? Мины, наверное. По-другому не скажешь. Наверное, мины. Так. Вот единичка есть. Все, сейчас сюда еще ставим. Ставим еще 4 мига. И заканчиваем. Нормально так она наваливает моему заводу по нефтяному. Ну, наваливал, ладно. Еще один. Интересно, смогу вас так всех выделить? Смогу, по идее. Ну, появляйся, давай, чтобы тем вот, вот так. Все, отлично. Все, теперь что мы делаем? Что мы делаем? Мы запускаем ковровую и мини. А здесь подходим, заходим танками нашими двумя. Шахиды, бах, бах. Но зато я выполнил. А, не выполнил. Ладно, сейчас выполню. Че, все равно не все, что? Не могу понять, показывать, что еще тут цель осталась. Ну, может, там еще здание какое-то есть.
Ну да, есть он. Кто там вообще остался? 4. А, все и остались. Неплохо. Ну, ребята, я уже не знаю, что тут еще осталось разбивать вам. Вот еще база есть, я вижу. Ну ладно. Все, победу. Не пришлось мне ехать в центр карты. Мы победили. Потому что мы лучше, и Китай щедрый. Вы одержали победу. Изи-бризи, ребятки. Изи-бризи. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. И до скорых встреч. Пока-пока.